Вода классная, соленая, морская. Когда в рот заходит, оздоравливает, как чуточку поднимает настроение. Такой фонтан удовольствия сейчас получают в термобане Ижевска. Тут и бассейн с морской водой, сауна травяная, турецкая, парная русская, лечебная грязь из Крыма и Алтая. Очень понравилось. Тело-то чувствует даже легкость какую-то, легко стало. Оздоравливать и развлечься. Но оздоравливать это нужно. Почаще ходить. Ну, развлечься, наверное, больше. Больше развлечься, да. Этот бизнес у его владельца Юрия Бычкова бьет ключом. Свои финансовые потоки предприниматель решил направить в нашу республику. Инвестиции составят 5 миллиардов рублей. Рустам Миниханов идею поддержал, отметив, что нам такого досуга как раз и не хватает. Президент очень быстро, оперативно играл. Главное, правильно понял суть идеи и поддержал. Потому что без поддержки первого лица мы сами знаем, что вопросы не всегда быстро решаются. Вот. Казань – это большой город с разными тенденциями. За 3 года предприниматель собирается построить в Казани 8 термобань. 4 большие и 4 средние. Такие же комплексы должны появиться в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Елабуге. Причем внешне все они будут совершенно разные. Все 15 татарстанских термальных бань хотят оформить под стать того места, где их расположат. Допустим, если исторический центр, то это стиль, мечеть, да, это башни, это хамамы, купола. Если взять современную часть, где там молодежь, молодые районы, там это стиль хай-тек. Цены в термальные заведения обжигать не должны. За час посещения в среднем хотят брать 120 рублей. По крайней мере, такие расценки в Ижевске. Этот бизнес, по прогнозам, должен охватить 15 миллионов человек в год. Для его обслуживания в Татарстане появится 3000 новых рабочих мест. Дмитрий Аринин, Андерсен Тальцев, Фанзеля Салихова, Назир Нугманов, ТНВ.